Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. В этом видео речь пойдет о 5 отличительных признаках, которые, да-да, отличают любую стильную особу. Все это, в общем-то, на поверхности, но мне бы хотелось это озвучить, потому что если вам нравится быть стильной, если вам нравится быть модной, то, возможно, эти 5 шагов к стильному луку помогут и вам. Итак, первая особенность, которая действительно отличает любую стильную особу, мы говорим об особенности женского пола, это любовь к аксессуару. Женщину, которую мы могли бы назвать стильной, как правило, мы увидим с достаточным количеством аксессуаров. Какие аксессуары это могут быть? В привычном понимании это различные сережки, серьги, браслеты и так далее, Но на самом деле аксессуары могут быть любыми. Например, я не считаю себя стильной особой, но я очень люблю шляпы. Шляпы меня отличают, так же, как и любые головные уборы. Я, например, люблю очень и очень бейсболки. Но на самом деле это может быть также бижутерия. Это может быть бижутерия, которую мы носим в виде браслетов, в виде сережек, в виде цепочек, кулонов и так далее, Да, женщина, которую, скорее всего, мы назовем стильной, и если мы присмотримся к тому, как она выглядит, скорее всего, не пренебрегает в каждодневной, в своей повседневной рутине украсить себя именно аксессуарами. Не забывайте, что есть сложные аксессуары, такие как, допустим, бижутерия, либо даже ювелирные украшения, а есть простые аксессуары. Это, например, шарф, шейный платок, это ремень, который очень часто мы не носим, забываем надевать. Но тем не менее, если мы будем носить привычные нам брюки с ремнем, либо вообще не забывать надевать ремень тогда, когда это можно сделать, мы будем выглядеть очень и очень стильно. Мы будем стильными особами. Поэтому да, если мы хотим быть стильными, аксессуары это то, чем не стоит пренебрегать. Вторая отличительная особенность, которая совершенно точно выделяет стильную женщину из числа модниц, просто из числа женщин, которым нравится одеваться, это тот простой факт, что стильная женщина, которую мы сказали бы, про которую мы бы могли сказать, она очень-очень хорошо выглядит, стильно выглядит, это тот простой факт, что она наряжается при любой удобной возможности, при любой возможности, которая у нее появляется. Именно поэтому стильную модную мамочку мы можем увидеть часто, в сад она отводит ребенка не в пуховике и не в какой-то курточке, а скорее всего в пальто, либо в тренче, в общем-то по погоде она будет одета, но вещь несколько более элегантную, возможно менее комфортную для большинства из нас. Женщина, которую мы назовем стильной, скорее всего пойдет совершать покупки в супермаркет действительно в более аккуратном виде, в более продуманном виде, и именно поэтому мы считаем таких людей, таких женщин прежде всего стильными, потому что когда мы их видим за повседневными делами, как правило, они выглядят несколько лучше, более стильно, чем все остальные. На стрит-стайле мы могли заметить, что стильная женщина скорее всего вкладывается в дорогую сумку. Это действительно так. Не могу сказать, что это нужно делать, что это стоит делать. Я думаю, что зрители, которые на моем канале давно, прекрасно знают мое отношение к дорогим брендовым вещам и к сумкам в том числе. Но тем не менее, нельзя не признать, что да, стильная женщина, скорее всего, это женщина, в Инстаграме которой будет достаточное количество фотографий с какой-нибудь брендовой знаковой сумкой. Ну и также это женщина, на которую, возможно, мы обратим внимание в повседневной жизни, если увидим ее, скорее всего, в руках у нее будет действительно какая-нибудь знаковая, узнаваемая сумка. От себя хочу добавить, как человек, который снимает стрит-стайл, который обладает уже достаточным количеством насмотренности, могу сказать, что кроссбеги – это то, что смотрится очень-очень хорошо. И вообще вариация кроссбега, я рассказывала, она очень хорошо может поделить пропорции фигуры по-разному. И это значит, что кроссбег действительно может быть сумкой, которая поможет нам выглядеть стильно, классно, если она даже не очень дорогая и совершенно не брендовая. Обратите внимание, именно на кроссбеги они смотрятся очень-очень стильно. Если есть возможность получить в подарок на Новый год какую-нибудь хорошую, классную брендовую сумку, возможно, это то, что стоит попросить, потому что стильная женщина, про которую, точнее, мы можем сказать, что да, она классно выглядит, и, скорее всего, обладательница как минимум одной очень дорогой сумки, в которую она, что называется, инвестирует. И если мы посмотрим на то, как одеваются стильные женщины, скорее всего, мы заметим также, что это женщины, которые очень хорошо любят и умеют миксовать классику, так называемые элегантные луки, элегантный стиль с любым другим стилем. Это, скорее всего, спортивные какие-то вещи внедряются в совершенно классическую компоновку и классический ансамбль. Например, классическое пальто, плюс знаменитые и многими, кстати, нелюбимые, до сих пор не принимаемые кроссовки, кеды и так далее. Это может быть совершенно классический аутфит, плюс бейсболка на голове. На самом деле, стильная особа, скорее всего, будет очень-очень хорошо миксовать вещи на базе совершенно классического, так называемого офисного дресс-кода. Обратите на это внимание. Это очень удобный способ использовать свой гардероб, который уже имеется. К счастью, зачастую он состоит как раз-таки из базовых вещей, из вещей, которые могли бы составить, скажем так, дресс-кодовый гардероб. Соответственно, внедряя туда
вещи совершенно неожиданные, которые, возможно, еще 10 лет назад вместе бы никогда не компоновались и не носились, мы можем действительно получить очень-очень хорошие модерновые классные луки и прослыть стильной особой. Нестильная особа никогда не наденет вещи не свои, что называется. Но речь, конечно же, не идет о том, что она не наденет вещи своей сестры, либо вещи своей подруги. Нет, стильная особа никогда не будет носить вещи, которые ей не идут, но которые, возможно, очень и очень идут всем остальным. А что это может быть? Это может быть все, что угодно. То, что в моде, то, что в тренде, то, что, возможно, кому-то нравится, кого-то действительно очень-очень украшает. Стильная особа, она совершенно точно знает и представляет, что украшает конкретно ее. И на самом деле, если мы посмотрим на стильных красавиц, на стильных модниц, мы поймем, что одеты они всегда примерно одинаково, просто потому, что они не изменяют вот такому простому правилу, которому следует либо интуитивно, либо совершенно осознанно. Я ношу только то, что мне идет. И, возможно, каждый день я буду выглядеть, ну, примерно одинаково, но зато одинаково хорошо. Ну и последняя вещь, которая для многих может оказаться очень-очень сомнительной, я думаю, что вызовет больше всего комментариев как раз-таки именно эта позиция, зная зрителей своего канала, могу предположить. Это тот простой факт, что все-таки стильная особа, модная особа, женщина, которую бы нам хотелось рассматривать и понять, как же она одета, скорее всего, это женщина, которая действительно вкладывается не только в дорогую сумку, но, как правило, имеет брендовый ремень, а то и не один, а также какие-нибудь дорогие брендовые, очень-очень узнаваемые очки, скорее всего, из последней коллекции, именно для того, чтобы они были действительно узнаваемы, чтобы на лице можно было эти очки идентифицировать как очки, принадлежащие той или иной марке и олицетворяющие собой ту или иную модную тенденцию. Ну что ж, попыталась я перевоплотиться в этом видео в очень-очень модную стильную особу. Могу сама сказать, я думаю, что многие зрители на моем канале прекрасно знают, что я как раз-таки часто этими правилами пренебрегаю. Я человек, который не любит аксессуары в повседневной жизни, хотя меня часто можно увидеть с одним единственным аксессуаром. Это какой-нибудь головной убор, либо шейный платок. Я очень эти аксессуары люблю. Я человек, который не наряжается каждый день, потому что, в общем-то, я за комфорт и за самоощущение себя в этой жизни очень-очень комфортно и самодостаточно. Я женщина, которую редко можно увидеть с сумкой в руках, либо с сумкой на плече. Я также являюсь женщиной, которая очень-очень часто носит совершенно не брендовые, недорогие очки, просто потому что именно они попадаются ей под руку. И именно поэтому, возможно, я так часто получаю комментарии о том, что да, я человек, который очень много рассказывает о моде, который хорошо снимает других людей, неплохо комментирует витрины, но сама при этом, что называется, сапожник без сапог. Особо совершенно не модная и не стильная. Желаю всем выглядеть стильно, классно, хорошо и модно, прежде всего, если хочется так выглядеть. Я же на этом с вами прощаюсь, увидимся очень скоро. Всем пока-пока!